США, ЕС и арабские страны начинают понимать необходимость объединения усилий по борьбе с группировкой «Исламское государство», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы хотим, чтобы все, кто прекрасно понимает серьезнейшую угрозу, исходящую от «Исламского государства», выбрали свои приоритеты. Приоритет один – только объединить усилия и отложить все остальное на потом. Я рассчитываю, что мы будем услышаны. По крайней мере, реакция и наших американских коллег, и европейских коллег, все большего числа стран Персидского залива и других стран региона говорит о том, что они начинают понимать, что все-таки сейчас важнее, какие-то искусственные ультиматумы в отношении сирийского урегулирования или общая работа по борьбе с общим злом, заявил Сергей Лавров, выступая в МГИМО. Группировка ИГИЛ является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За 3 года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии. Кроме того, они пытаются распространить свое влияние в странах Северной Африки, в частности, в Ливии. Единого фронта борьбы с ИГИЛ нет, с группировкой борются правительственные войска Сирии и Ирака, международная коалиция во главе с США, пока ограничивается ударами с воздуха, а также курды и ливанские и иракские шиитские ополченцы. В результате боевых действий сотни тысяч мирных жителей погибли и несколько миллионов стали беженцами.